Больная 78 лет. В сентябре 2017 года она отметила примесь слизи к стулу. При колоноскопии по месту жительства в Нижегородской области был выявлен полип прямой кишки. Нужно сказать, что больная непростая, вы видите, 78 лет, достаточно серьезный возраст. У нее имеется гипертоническая болезнь компенсированная. Собственно, у нее достаточно серьезная проблема, выраженное снижение зрения. У пациентки 31 октября ей выполняется эндоскопическая полипэктомия, которая, к сожалению, протекает нехорошо. Она протекает в виде осложнения, перфорации прямой кишки. Причем, видимо, пропущены и не замечены, потому что к вечеру только этого дня в связи с симптоматикой больной выполнена сигмостомия, дренирование параректальной клетчатки. Это я дословно привожу, как мы получили выписку. Я не знаю, что подразумевали под этим коллеги из Нижегородской области. Гистологические исследования удаленного препарата, более чем странное заключение, гиперпластический полип. К сожалению, мы не получили гистопрепаратов, это российская действительность, иногда это просто невозможно. Утрачен биоматериал, и, собственно, пациентка к нам обратилась в центр с одной единственной просьбой – ликвидировать стому. Это связано с тем, что у нее снижено зрение, она не может вырезать отверстие в колоприемнике, она не может его наклеить, ей требуется посторонняя помощь, нежизненное мучение. И по обращению мы выполняем колоноскопию. В среднеампулярном отделе прямой кишки определяется аденоматозного вида полип до 1,5 сантиметра в диаметре. Рядом в основании этого полиповидного образования определяются белесоватые рубцы. Вот так вот выглядит эта картинка. Это снято с ТЭМ, с оптики, поэтому, может быть, она не столь качественная. Явно видна аденоматозная структура, виден рубец. Наши эндоскописты оценили это как 3 покуда, то есть, в общем-то, доброкачественная опухоль. И я бы хотел внести такой элемент интерактивности, разбудить зал. Нужна биопсия или не нужна? Кто за то, чтобы сделать биопсию в этом случае? Нет, пока только биопсия. Не нужна биопсия. Большинство за то, что нужна. Такое исследование, которое опять-таки из Японии, японцы у нас самые продвинутые в плане эндоскопических технологий, вот 33 исследования, 27 из Японии, я вас уверяю, что остальные 6, они тоже с Востока, из Китая, из Кореи, вот европейских исследований здесь нет. Вопрос, насколько точно можно с помощью современных вариантов визуализации оценить, есть злокачественность, нет злокачественности. И оказалось, что, в общем-то, точная оптическая диагностика, она важна. Это был сделан вывод. Систематическое продвинутое применение продвинутых методов визуализации ограничено в западных странах. Продвинутые методы получения изображения в 3 раза улучшают диагностику Т1, почти в 2 раза Т1 с глубокой инвазией по сравнению с традиционной оценкой морфологии. Мы все это знаем, потому что то, что биопсия показывает, что это доброкачественно, вовсе не означает, что там нет злокачественности, это очень маленький кусочек. Однако, тем не менее, по имеющимся данным, нельзя отдать предпочтение, что лучше оценивать. Сосудистый рисунок, микроскопическую оценку поверхности с помощью узкого спектра, ямочный рисунок с помощью хромоэндоскопии, то есть это пока что остается открытым вопросом. Мы выполнили биопсию, и вот вы видите результаты биопсии. Это аденоматозная структура. Никакого гиперпластического полипа здесь нет, это было видно, это аденома. Но, к несчастью, вот это фокус аденокарцинома. То есть речь идет о том, что это был полип с малигнизацией, это был рак. И в связи с тем, что это рак, на 11 сантиметрах, мы не знаем ни Т, ни Н, ни М, нам нужно прежде всего исключить отдаленные метастазы. Я не стану задавать этот вопрос, это такой студенческий вопрос, какие методы предпочтительны. Все прекрасно знают, что для исключения отдаленных метастазов стандартом является компьютерная томография с контрастированием – это наиболее часто используемый, наиболее эффективный на сегодняшний день метод. Мы выполнили нашу компьютерную томографию. В легких, как вы видите, ничего нет. Собственно, ничего нет и в печени, то есть процесс локализованный. Дальше мы оценили местную ситуацию.
Скажу сразу, забегая вперед, 11 сантиметров – это высоковато для наших специалистов по УЗИ в силу определенных технических сложностей, поэтому, опять-таки, не стану задавать этот вопрос. Все знают, что МРТ – это вариант выбора для определения локального статуса опухоли. Я по-другому поставлю вопрос. Поднимите руку, у кого этот метод доступен, и вы обязательно направляете больных с опухолями прямой кишки на МРТ. У кого он недоступен, вы по-прежнему ориентируетесь на КТ или на УЗИ? Нет таких. Ну, вот наша магнитная... Сейчас, одну секундочку, я прошу прощения, перещелкнул. Вот наш магнитный резонанс. Собственно, виден был рубцовые изменения и вот такой вот узел. Вот, к сожалению, у нас доктор Петров, я видел, он сидел в зале, но он нас покинул. Я хотел бы спросить его, что он думает по поводу этого узла. Но я скажу, что думают по поводу этого узла наши специалисты по МРТ. Они сказали, что это доброкачественный узел, потому что здесь ровные контуры, здесь сохранена структура. И, в общем, вряд ли этот узел метастатический. Насколько точен МРТ в диагностике лимфатических узлов? Вот вы видите большой метаанализ, очень уважаемые люди, включая Джену Браун, 19 исследований. 19 исследовали Т-статус, 12 Н-критерии и циркулярную границу 10 исследований. Вы видите рок-кривые, которые построены. Ну и самая плохая рок-кривая, как оказалось, конечно же, в отношении лимфатических узлов, где чувствительность 77, специфичность 71, то есть не очень хорошая. И заключение, в общем-то, было о том, что МРТ очень хорош для определения циркулярной границы резекции, но не очень хорош для определения состояния лимфатических узлов. И так надо больную лечить. Какие существуют варианты лечения, видятся нам. Это лучевая или химиолучевая терапия в виде радикальной программы. Это радикальная операция низкой передней резекции, это локальное иссечение. Давайте проголосуем. Кто за лучевую терапию как вариант лечения у этой больной, 78 лет, глаукома, снижено зрение, есть сопутствующие заболевания, но она перенесет большую операцию, там вполне в кондиции. Никто... Есть кто хочет лучевую терапию? Есть. Радикальная операция. Местное иссечение, повторное, реэксцизия. А вы возьмете в рубце делать ЕСДИ? Мы предлагали. Провоцируют. Мы предлагали, но нам было сразу сказано, вы знаете, это повторное вмешательство, здесь явно есть рубцовая ткань, она была видна на МРТ, там не было слоев, ТХ у нас так и осталось после МРТ. Собственно, там и опухолевые компоненты не увидели наши специалисты, они увидели просто рубец. Отдали нам, как говорится. Ну, вот сегодня уже было там на National Comprehensive Cancer Network. Это самый последний, который я нашел, 19-й год, май 19-го года. Они очень часто обновляются. И вот мы посмотрим, значит, куда укладывается наш этот самый случай. Укладывается он на том, что это был полип на ножке, который, в общем-то, только колоноскопия была сделана. Препарат фрагментирован или невозможен, ну, мы вообще его не видели, мы не получили стекол, не знаем, что там. Исследование, обратите внимание, мы все сделали, что все правильно, сделали ригидную проктоскопию, сделали компьютерный томограф, сделали пелвик, MRI, PET не показано. Что предлагают? Трансанальное местное иссечение или трансабдоминальную резекцию, и то, и другое возможно. Заметьте, без подслизистой. Это американцы, да. Вот. Японцы предложили бы радикальную операцию, не ЕСДИ. Они бы предложили радикально оперировать, они бы не дали никаких опций. Значит, у нас в Институте Петрова больше японцев, чем в Японии. Да, чем в Японии. Ну, мы пошли по пути какому? Что нами двигало? Нас ТЭМ, в общем-то, ни к чему не обязывает. Мы можем сделать ТЭМ, если мы увидим плохие данные какие-то, то мы можем предложить потом этой пациентке и радикальную операцию. Ну, вот, собственно, как это выглядит. Это ускорено немножко, вот, но на самом деле все по себе вмешательство занимает 50 минут для такой опухоли. Рубцы нас здесь не смущают, потому что все это возможно иссечь. Пока идет видео, пока вы, значит, смотрите, я могу сказать, что для нас не является проблемой. Как раз-таки наоборот, это странно. Вот я от наших эндоскопистов чаще слышу, что низкорасположенная опухоль – это
сложности для ESD. Здесь просто заключается в том, что вы ставите Lone Star ретрактор, начинаете трансанально, визуально вы все это видите. Аденомы, они редко бывают ниже зубчатой линии, потому что ниже зубчатой линии это уже анадерма. Ну, даже если это и есть, ну, как скажем, такая эктопия слизистой, вы спокойно адокулюс намечаете дистальную границу резекции, выделяете насколько можно, дальше ставите тубус ректоскопа и заканчиваете операцию как ТЭМ. И в обратном порядке осуществляется закрытие дефекта сначала через ТЭМ, потом вы убираете тубус ректоскопа и, собственно, накладываете последние швы уже на анальный канал. Вот такой получился дефект, достаточно большой, он всегда больше, потому что мы отступаем по 1 сантиметру. Вопрос в зал. Есть две опции, можно ушивать, можно не ушивать. Вот, кстати, препарат выглядит, здесь хорошая граница резекции, во всяком случае макроскопически сразу видно. Кто за то, чтобы зашить рану? Кто за то, чтобы не зашивать рану? Вот на самом деле мнение такое, что можно делать и так, и так. Если открыть классиков Сакларидисов, в частности, который стоял у истоков метода вместе с Бойсом, он даже в книге руководстве Векснера написал, что это нужно делать для того, чтобы не потерять навык эндоскопического шва. Согласитесь, слабый аргумент, то есть ради тренировки надо делать, ушивать эту рану. Если мы посмотрим на данные метаанализа, вот 4 исследования, в которых это сравнивалось, 489 пациентов, на мой взгляд, достаточно репрезентативная выборка. И, в общем-то, здесь было показано, что никакой разницы нет, что зашивай, что не зашивай. Общая частота осложнения одинаковая, инфекционные осложнения одинаковые, кровотечения одинаковые, частота повторных вмешательств одинаковая. Но помимо всяческих там метаанализов существуют еще большие числа, так называемые базы данных. И вот база данных американская, из которой было сделано исследование в подобранных группах на 991 пациенте, оно показало, что несмотря на отсутствие в общей частоте осложнений, кровотечение это было 3 раза чаще, если дефект не зашивать. Это единственный момент, который вот указывает на то, чтобы зашивать. Мы считаем, что зашивать надо, опять-таки, потому что если у вас даже циркулярный дефект прямой кишки, если вы его ушьете, то у вас нет необходимости в бужировании структуры. У нас просто не было таких осложнений. Потому что рана, даже если эти швы прорезаются, все-таки они выполняют свою роль и меньше времени уходит на заживление. Ну а в данной ситуации, почему это надо было сделать? Сейчас смотрите внимательно. Вот это просвет кишки, там высоко. Видно, что очень сильно пролоббирует клетчатка, она, как что называется, дышит. И если вы посмотрите, то здесь есть дефектик и сообщение с брюшной полостью. Проблема в том, что этой больной было достаточно глубокое дугласовое пространство, и именно это привело при полипэктомии, скорее всего, когда захватили, то перфорировали. Конечно, такой мы дефект оставлять не стали, мы его ликвидировали, ушили. По сути дела, вы здесь видите, что это анастомоз на 2/3 кишки. Вот, я проскочу, чтобы сэкономить время. И получили вот такой препарат. Опухоль удалена полностенно. Края резекции без элементов опухоли. Минимальное расстояние периферического края резекции 4,5 мм. От инвазивных структур до глубокого края 2 мм. Ну, то есть Р0 резекции. Умеренно дифференцированная аденокарцинома. Ну, вот такая неприятность, инвазия в мышечный слой. И лимфоваскулярная инвазия есть. Вопрос. Это фокус. Вот. Аденокарцинома ПТ2, НХ, МХ, Л1, Р0. Что делать в данной ситуации? Кто за лучевую терапию у этой больной? Кто за то, чтобы сделать радикальную операцию? Кто за то, чтобы наблюдать? Мы обсуждаем обязательно. Но предлагаем варианты. Как мы предложили варианты. Мы предложили варианты, и мы сказали, что у вас есть риск, мы оценили риск в 25% того, что есть метастазы в лимфатические узлы. Пациентка сказала, нет, давайте я все-таки подумаю. Мы не закрывали истому в этой связи.
Что касается лучевой терапии после местного иссечения, систематический обзор 11 исследований, и, в общем-то, он показал, что это не очень эффективный метод. Частота местных рецидивов 10%, выживаемость 75%. 10% – это явно в 3 раза ниже, чем радикальная операция при Т1. То есть здесь этот метод, он уступает. Все-таки радикальное вмешательство лучше. То, о чем сегодня говорили, ухудшается ли качество операции радикальной после ТЭМ. Как показывают исследования, всего 3 исследования, да, и все равно мы сделали метаанализ, это точно влияет на качество мезоректомэктомии, это понятно, вы оперируете в рубцовых тканях, особенно если была полностенная резекция. Но тем не менее, вот циркулярная граница резекции, она не страдает, то есть это вполне можно сделать. Наконец, было сделано исследование такое, довольно интересного дизайна, где были подобраны по 25 пациентов спасительных ТМЕ и 25 первичных ТМЕ, подбор по возрасту, полу, стадии. И, как оказалось, в общем-то, результаты, они сопоставимы в отношении отдаленных метастазов и местных рецидивов. То есть, если в течение, вы получили данные о том, что у больного опухоль явно с плохими чертами, низкая дифференцировка, Т2, лимфоваскулярная инвазия, явно надо делать радикальную операцию. Если вы сделаете ее в течение месяца-двух, результаты будут сопоставимы с первичной операцией. Только не нужно ее делать через полгода или дожидаться рецидива, потому что тогда результаты явно будут хуже. Контрольная, это МРТ от 18 мая 2018 года. Наши специалисты, радиологи, уверенно говорят, что это, скорее всего, ноль. 28 мая через год, я прошу прощения, здесь ошибка в годе, в 2019 году, вдруг говорят о том, что это метастаз. Найдите 2 отличия между этой картинкой и этой. Их действительно нету. Вот, и мы сколько ни искали. Отличие состоит только в том, что посмотрел другой радиолог и сказал, что это метастаз. Очень уверенно. А до этого говорил, что это не метастаз. Мы еще раз обсудили это с больной и сказали, что все-таки мы думаем, что узел этот не ушел, воспаление у вас все зажило, наверное, все-таки там что-то есть. Опять-таки возникает вопрос, кто за то, чтобы сделать лучевую терапию в этой больной? Почти через год после операции. Кто за то, чтобы сделать радикальную операцию этой пациентке? Мы сделали ей радикальную операцию. Здесь вы видите препарат после операции. Наши патологи оценили качество как грейд 3, то есть это очень хорошая мезоректомэктомия, такое рутинное наше исследование. Но что оказалось по патоморфологии? Значит, там, где была первичная опухоль, там ничего нет, фиброз, остатки шовного материала. Я могу сказать, что всем, кому мы сделали селвич операции, только в одном наблюдении мы нашли в месте, где мы удаляли опухоль, мы нашли остатки опухоли. Чаще всего только фиброз и остатки старых швов. Дистальный край резекции интактен. В 6 лимфоузлах брыжейки по ходу сосудистого пучка без опухолевого роста, но в 3 из 12 лимфатических узлов парректальной клетчатки, метастазы аденокарциномы кишки с полным замещением. И самое неприятное, то, что один из них, достаточно крупный, расположен на расстоянии менее 1 мм от мезоректальной фасции с инвазией, прилежащей клетчатку, врастанием в стенку прилежащих мелкой вены, обрастанием нервных стволов. То есть наша операция, которая нам, несмотря на качественную мезоректомэктомию, оказалась R1. Что делать с этой больной? Опять-таки, лучевая химия лучевая, адъювантная химиотерапия, наблюдение. Кто за то, чтобы делать лучевую терапию? Кто за то, чтобы делать химиотерапию? Тут Михаил Юрьевич, я вижу. Прокомментируйте нам что-нибудь. Что бы вы порекомендовали бы этой больной? Ну, пациентки все-таки 3-я стадия болезни, предоперационное лечение не получала, трактуем как ободочную кишку, в данном случае по всем рекомендациям, и назначаем как при 3-й стадии ободочной кишки, учитывая возраст пациентки, больше 70 лет, добавление оксалипатина нам значимо ничего не даст, поэтому либо здесь можно рассматривать полгода фторпиримидинов, либо же по
там, долгогодичным данным, в принципе, наверное, даже может быть менее токсичный какой-нибудь редуцированный ксилокс, если фон цепочек, нормальный в течение 3 месяцев. Возможно, это будет даже менее токсично, чем полгода в торпиримидином. Здесь можно обсудить с пациенткой, риски прогрессирования у нее достаточно высокие, учитывая такие данные гистологического заключения, поэтому здесь все-таки адъювант нужен, на мой взгляд. Спасибо. Мы тоже рекомендовали адъювантную химиотерапию. Учитывая логистику, мы рекомендовали ей провести по месту жительства. К сожалению, она не нашла общего языка с онкологами по месту жительства. Ей сказали, что нет, возраст слишком большой, риски больше, чем польза. И, собственно, через полгода она обратилась к нам все с той же самой просьбой. Закройте мне стому. У меня теперь илиостома. У меня была сигмостома, теперь у меня илиостома. Лучше мне от этого не стало. Мы провели полный метастатик воркап, не нашли никаких признаков отдаленного метастазирования, но, к нашему сожалению, это зона анастомоза, а это выход контрастного вещества за пределы анастомоза. У нее имеется несостоятельность, несмотря на сформированную стому, и больная, к сожалению, пока что остается со стомой. Мы надеемся, что произойдет спонтанное заживление. Наша тактика, мы ждем примерно год. Вот, но вот это такой пример того, как малигнизированный полип может перерасти в достаточно серьезную проблему и о том, как сложно делать выбор при, казалось бы, ранних формах рака. Спасибо за внимание. Но я даже боюсь, что тут не остается места дискуссии. Вот такое вот клиническое наблюдение, которое показывает все сложности и, опять же, желание выполнить подслизистую диссекцию некоторых приверженцев и восточной философии, и я имею в виду уже повторно. Понятно, что если бы это было сделано изначально, может быть, мы не обсуждали бы этой проблемы, хотя и в тот момент там мог быть уже рак. Вот. И, к сожалению, мы не знаем, но мне так думается, что изначально там был рак, и не зря потеряли этот материал, мне так представляется. То есть это было такое простое решение с точки зрения наших коллег в другом регионе. Но вместе с тем, вот я бы даже вот после этого клинического... давайте я задам такой вопрос. Кто бы изменил вот подходы, положим, приверженцы вот такого первичного, трансанальной микрохирургии, кто бы... Вот после всего этого, вот опять же, я повторю эти вопросы. Кто бы предложил радикальную операцию, поднимите руки, а кто бы все-таки предложил опять трансанальную микрохирургию? Рук стало меньше, но остальные в неведении. То есть все равно большинство голосов идет примерно по тому же пути. Но, конечно же, поскольку нет абсолютно четких данных, опять же, с помощью наших лучевых методов, насколько глубока инвазия. И это проблема. И мы с ней сталкиваемся неоднократно. Что у нас на сегодняшний день, да, все гениально, но, скорее всего, и та проведенная процедура, которую делали эндоскописты, она, конечно же, каким-то образом оказала влияние на изменение структуры подслизистого слоя и всего другого. Пожалуйста. Я прошу прощения, я немножечко внедрюсь, но у нас вчера была секция по эндоскопической наша, и у нас был доклад, и слайд такой стоит Кличко и говорит: «Нормально делай, нормально будет». Это такое вот знаменитое выражение. Мне кажется, если бы этой пациентке изначально была бы выполнена эндоскопическая диссекция в подслизистом слое хотя бы как расширенная биопсия, естественно, там уже была лимфовускулярная инвазия. Это прямое показание для радикального лечения. Вот всего того, всей той перипетии, которая с ней произошла, ее бы не было. Более того, наверное, если хирурги работают в консенсусе, я не знаю, вот у нее несостоятельность, пользуетесь ли вы ЕВАК-терапией, просто вот как опцию для нее, потому что ну, она с несостоятельностью уже довольно давно, я так понимаю. Просто хотя бы как? Ну, несостоятельность-то была клиническая. В общем-то, она никак не проявлялась. Больной была отключена или остома. Угу. Естественно, мы не выполняем рутинно проктографию перед выпиской. Угу. Вот, а потом она к нам пришла, и мы выяснили постфактум, что у нее, по всей видимости, была рентгенологическая несостоятельность класс А, который не требует лечения. Я полностью с вами согласен относительно того, что петлевая полипэктомия, она видится совершенно неудачным вариантом для этой больной. Если бы там было выполнено подслизистым, если бы был выполнен лифтинг,
и стало бы понятно, что там есть более серьезная проблема. То, что произошла перфорация, ну, это бывает, это все возможно, вот, но, очевидно, было слишком переоценена ситуация. Это вопрос стадирования. Вот. Да, это вопрос стадирования. Вот у меня, скорее, другой вопрос. Почему такая уверенность у эндоскопистов, которые сделали и nerve bonding, и все остальное? Они говорят, нет, это куда три, это нормальная опухоль, а оказалось, это два. С чем это связано? Мы говорим сейчас, вы же сделали локальное сечение всего вместе с рубцом. Нет. Мы говорим, уже рецидивная штучка, которая была, и наши эндоскописты, вы, как понимаете, не очень уж такие неопытные, тем более, что у нас проведена такая работа, и примерно совпадение вот есть-нет с патоморфологами где-то больше 90%. Но здесь, вот, положим, если бы вернули этот снимок, вы-то как бы оценили? Вот вы здесь сейчас присутствуете, а вам не сложно сейчас загрузить сейчас и показать? И вы-то здесь как скажете? Можно включить еще раз презентацию последнюю? Можно, у меня только один вопрос. Вот та штучка, которая расценена как тубулярная аденома, это уже после полипэктомии, я же правильно? Да. Я говорю о том, что когда вы сделали трансанальное сечение, вы сделали сечение всего и рубца, и этой штуки. И этого экзофита. Т2 в рубце было, может быть, скорее. Хорошее. Но это надо сейчас патологу и, может быть, даже пересматривать стекла. Логично абсолютно, потому что если это убирать... Хотя, с другой стороны, я напомню, биопсия, здесь уже была опухоль. И я имею в виду аденокарцинома. Поэтому, скорее всего, это все-таки, ну, биопсия, это была взята, кстати, через колоноскоп, насколько я понимаю. Я еще раз скажу, что экзофитные образования, они, если они больше 6 миллиметров, они не входят в щипцы все. И я могу взять справа, где тубулярная аденома, и слева, где high-grade дисплазия, а могу дойти до депрессии и взять там где-то 2. Ну, то есть, вот если мы берем не именно конкретно этот результат, я просто привожу пример того, что эти методики действительно чувствительно специфичны, да, у них есть своя погрешность, там, 6%, где расходится патоморфология послеоперационная. А что, не удается загрузить, да, последнюю? Ну, вот то фото, которое вы сделали с этой проекцией, я бы тоже сказала, что это тубулярный аденом. Может быть, если было бы фото немножечко другого места, где была high-grade дисплазия, вот, или пожалуйста, карцинома. Это вот эндоскопистская картина и в узком спектре. Что вы скажете? Вот, по моему мнению, там в центре участок депрессии, который вот из которого... Это верхний снимочек или где? Нижний. Нижний, да? Нижний, да. Но это мое мнение. Вот средний снимок, где NBI, я бы сказала, что... Не-не-не, это я просто привел ради примера. Все. Я думал, что... Не-не-не, это ради примера. Ну тогда вопрос. На видео. А слева я, честно говоря, просто... Ну, на видео не скажешь. Это вы сделали видео-то не через эндоскоп. Там у вас была картинка другая. Вот там... Нет. По-моему, у вас была еще одна картинка. Да, была еще картинка, да. Там, где, собственно, идет удаление. Да. Удаление опухоли. Ну, здесь понятное дело, что картинка через ТЭМ, она рядом не стояла с... Я говорю, что я почему в своей презентации... Ну, вот это же кусок биопсии, вы видите? Вот биопсия, да. Остановитесь, вернись, пожалуйста. Вот вы видите, это же единый кусочек. Я с вами абсолютно согласна, потому что фокус аденокарцинома на фоне аденоматозной структуры. Она может быть 90% аденоматозной, и в 10% это аденокарцинома. Понятно. Но вроде бы прямо на слизистой, почему там наши не увидели, конечно, было бы... Я боюсь, что нет записи, не зря вы ее здесь не привели. Записи нет. Эндоскопической. И, конечно, тут думаю, что и нужно смотреть, кто... Опять молодежь, начинающие или уже опытные волки. Это тут тоже такой... Все равно оператор-зависимость существует в любой сфере диагностики, или, да и лечения в равной мере.